Голову поставь нормально. И это вот так боком, давай. Не ложись, а сиди нормально. Мама родная, тут прямо... Господи, ни портфеля, я не знаю что. Куда? Опять. Ты что, меня выгоняешь, что ли? Нет. Посмотри, а. Кусочки. Валерка. Хотел, что она чирикал так, уже скоро тебе надо будет еще. Нет, подожди, вот правда, интересно нам. Учителя сами не смотрят эти тетради? Правда. Смотрят. Ну а что сделают? Ну что сделают? Не может сказать, вот здесь дальше продолжать да, писать. Да, или там нельзя, правильно? Ну что теперь сделать? Сейчас другие учителя. Валер, в этой тетради ничего не надо. А Дедаена по этому самому тетрадка сдал ты? Да. Дедаена это какой? Это грузинский Дедаена тетрадь. Да. Вот книга Дедаена, а та тетрадь Дедаена. Ах, я ваш Дедаену опрокинул. Вот эта Дедаена стоит 2 лара, тетрадочка тоненькая. А книжка Дедаена, стоит 7 лар. Блин, а. Блин, почему школу утром не запускают? Ну, то бы я пошел, твою учительницу тоже бы увидел бы, пообщался бы с ней культурно. Да, по русскому языку. Вот чисто по-русски, конечно, пообщался бы, не до слова. Только тоже правда, будь здоров. Ну, как мама, на что ты пропустила, Лера? Посмотри, сколько места. Он к этой, к Бижановой перешел когда. Да. Бижанова же моя была, потом его стала. Да. Хорошо, ну у вас 4 года разница потом. Игорек, да. Валер, давай, мама. Баба, баба, а не я. Смог. А? Не смог. Пиши нам пизачок. Вот, ну, все. 1 + 3, да? Вот 3 и плюс 1, сколько? Ну, 1. 2. 4 пиши. Вот, правильно. Угу. Вот 2 + 3, да? Ну-ка, вот. На год они не распределили. Если так бы не слабая, даже бы сразу не совдел бы. Я позвонила, я говорю, извините, я говорю, как-нибудь распределить. Но она мне сказала, каждый до 15 числа, каждого месяца платить. Сейчас до 23-го надо мне Игорю закрыть. Тоже сильно.